Грумер – это почти гример, только для кошек и собак. Профессиональный уход за маленькими питомцами стали настолько популярны, что работа грумера стала очень востребованной. Ни одна выставка или светский выход в свет в компании с четвероногим другом не обходится без посещения этого волшебника зоокрасоты. Стрижка, укладка, косметические процедуры, ванны и прочие приятности для четвероногих – вот работа для грумера. Чтобы стать собачьим парикмахером, специального образования не нужно, но кинологическое приветствуется. Так пришла в профессию Евгения Красоткина. Грумингом занимается уже 5 лет. Ее клиент сегодня – очаровательный йоркширский терьер Фрося. К нам на стрижки приходят разные собаки, и домашние, и выставочные, которых мы готовим на выставке разных рангов, в том числе и международные выставки. Грумеры могут специализироваться на определенной группе собак, но встречаются также и профессионалы-универсалы, которые работают с разными породами. Вся процедура груминга занимает 2 часа, и в это время важно беседовать с питомцем, чтобы он как можно меньше волновался, но попадаются и особо ворчливые клиенты. Очень часто приходят клиенты, у которых собаки ведут себя на стрижке очень плохо, не приученные к стрижке. Чем чаще вы посещаете салон, тем собака ведет себя дисциплинированнее. Ей начинают нравиться все процедуры, которые с ней происходят. После вводных процедур Фросю поджидает сушка феном и наведение лоска. Кстати, в арсенале собачьего стилиста целый набор ножниц и расчесок. Ведь грумер, как и человеческий парикмахер, следит за модными тенденциями и изменениями в технологиях за появлением новых инструментов и материалов для работы. Мои клиенты задают мне вопросы по поводу ухода, по поводу поведения собаки. Я даю консультации. Я могу дать консультацию о том, как расчесывать собаку, как приучить ее к помывкам, сушкам, стрижке когтей. Работа грумера – целое искусство, где всегда важно оставаться гармоничным художником. Работы Евгении и хозяева питомцев всегда довольны. Ведь далеко не каждый может справиться с серьезными колтунами в шерсти любимца или грамотно подстричь ему ногти. Я считаю, что работа с животными очень важна. Каждый день учусь чему-то новому, общаюсь с собаками разных пород. Мне это интересно. Время груминга пролетело незаметно, и вот уже за Фросей пришел хозяин Иван. Теперь озорного Йорка ждет участие в выставке, а грумера Евгению – новые клиенты и новые открытия. Инга Швецова, Руслан Тимошин, «Панорама Севера».